каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Минздравом Тувы продолжается служебная проверка случая допущения смерти женщины в гинекологическом отделении ГБУ СРТ «Республиканский родильный дом», в ходе которого предварительно установлено, что причиной летального случая является сердечная недостаточность на фоне общего наркоза во время процедуры. Как отметила заместитель министра здравоохранения Алла Намдак, никаких противопоказаний к проведению процедуры не было, что подтверждается заключениями узких специалистов. В течение беременности женщина наблюдалась у врача. Роды прошли 5 января без осложнений. Ребенок здоров. Оценка по шкале Абгар составила 7-8 баллов. Женщина попросила врачей о стандартной процедуре, о чем написала заявление 9 января. Ввиду отсутствия противопоказаний, с учетом пожелания женщины, было принято решение о проведении стандартной операции. Однако врачи не успели даже начать процедуру, поскольку при введении анестезии женщине стало плохо. На помощь к женщине сразу же были вызваны специалисты-кардиологи, сосудистый хирург. Однако реанимационные действия не помогли. Произошла остановка сердца. Предварительные итоги проверки, начатой по горячим следам, подтвердили отсутствие противопоказаний к проведению операции и непредвиденную реакцию на введение наркоза. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований. Сеть заведений общественного питания «Папарацци Групп» запускает народное голосование, по итогам которого в одном из районов Тувы будет установлена современная детская спортивная площадка. Это будет вторая по счету, которую установят в Туве «Папарацци Групп». В июне прошлого года владельцы сделали подарок ребятишкам из села Тели Байта-Ягинского района. 27 июня, в День молодежи, в Теле торжественно открыли площадку, на которой расположились горка, турники, качели, теннисный стол. Теперь это место стало любимым игровым центром для детишек всего села. Также в день открытия руководство «Папарацци Групп» провело турниры «Похуреш» среди мальчиков, «Веселые старты» и другие спортивные конкурсы, победители которых награждали велосипедами, самокатами и другими ценными призами. С 18 января на официальной странице ВКонтакте вышеуказанного кафе начнется голосование за определение района, в котором установят площадку. Так как в Байта-Ягинском районе она уже установлена, то по правилам Байта-Яга в голосовании уже не заявлено. После подведения итогов в районе лидеры голосования «Папарацци Групп» установит спортивное сооружение. А в каком именно из сел района будет установлена площадка, определит второй этап голосования, где будут заявлены все деревни победившего района. По обращению к Кызылской епархии и мэрии столицы, осужденные исправительной колонии номер 1 в очередной раз принимают участие в изготовлении и оборудовании места для городской крещенской купели. Подготовительные работы проводятся в два этапа. На первом изготавливается деревянный фрагмент купели, на втором в одной из заводей Енисея будет выпилена иордань, в которую в дальнейшем и будет помещена купель. Над изготовлением иордани будут трудиться осужденные участка колонии поселения при учреждении, которые за свой срок отбывания уже доказали свое исправление, и по решению суда им был изменен вид режима содержания со строгого на колонию поселения. Изготовление самой же деревянной купели проводится в одном из столярных цехов учреждения. Сами же осужденные исправительной колонии номер 1 в празднование крещения Господня смогут провести обряд освящения водой, окунувшись в купель при православном храме колонии. Молитвенное чтение, посвященное великому освящению воды, в колонии проведет руководитель отдела по тюремному служению Кызылской епархии Русской Православной Церкви. В минувшие дни Министерство спорта Тувы провело расширенную коллегию, где подвело итоги прошлого года, а также утвердило планы на текущий год. Глава Тувы призвал обновленное ведомство выстроить качественно новый тип управления спортивным хозяйством, но одновременно не ограничиваться функциями массовиков-затейников. Кроме того, глава региона обратил особое внимание на то, что министерству нужен грамотный и всеобъемлющий менеджмент на всех уровнях спортивной жизни. Он должен простираться от привлечения малышей в детские секции, поддержки частных фитнес-клубов до создания системы медицинского сопровождения спортсменов, отбора лучших дарований в институты большого и профессионального спорта, их продвижения вверх к олимпийским вершинам. По словам руководителя республики, вся эта работа должна быть хорошо регламентирована и завязана на конкретные, понятные и проверяемые результаты.
Агентство по делам семьи и детей региона сообщает, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей, выплаты из федерального бюджета производятся не позднее 26 числа месяца, сообщается на сайте tuvasemya.ru. Согласно закону республики о порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов, приемных семьях и вознаграждения, причитающиеся приемным родителям, выплата денежных средств осуществляется не позднее 15 числа следующего месяца. В связи с реорганизацией Агентства по делам семьи и детей региона путем присоединения в Министерство труда и социальной политики финансирование за январь по всем выплатам будет перечислено до 26 января 2019 года. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 76 копеек, а евро 76 рублей 14 копеек. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Красота притягивает взгляды. И подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Склад-магазин «Виктория», декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков 3/3. Красота притягивает взгляды. И подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. В минувшие дни в Кызыле произошло два наезда на пешеходов. В нарушение правил дорожного движения водители, причастные к ДТП, скрылись с места происшествия. Так, 15 января около 9 часов неустановленный водитель, предположительно на иномарке серебристого цвета, двигаясь по улице Автобусная Левобережного дачного общества, на высокой скорости сбил 7-летнюю девочку. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана первая врачебная помощь. Второй случай произошел около 17 часов на переулке Загородный Кызыла. Водитель допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате аварии девушка-пешеход была госпитализирована в травматологическое отделение республиканской больницы с закрытым переломом костей таза. В данный момент водитель найден. Минздрав региона законодательно обязали обеспечить медико-биологическое сопровождение спортсменов. Среди полномочий министерства с этого года появится новая компетенция – наблюдение за состоянием здоровья спортсменов, входящих в сборные команды республики. Эта обязанность внесена в виде дополнения к соответствующей статье регионального закона об охране здоровья граждан. Поправка в закон внесена по инициативе главы республики, который неоднократно заявлял о необходимости создания современной системы подготовки спортсменов высокого класса, включая медико-биологическое обеспечение. Под медико-биологическим сопровождением членов сборных команд Тувы в законе подразумевается комплекс мероприятий, направленных на восстановление работоспособности и здоровья спортсменов. Он должен включать медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, систематический врачебный контроль, обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием. Кроме того, Минздрав Республики Тува обязан позаботиться об организации и проведении научных исследований в области спортивной медицины. Закон также ставит перед ведомством задачу формирования на уровне региона системы антидопингового контроля и соблюдения антидопингового законодательства, а также оказания услуг, предотвращающих применение спортсменами запрещенных препаратов и биостимуляторов. С февраля 2019 года стартует республиканский проект «С рюкзаком по Туве». Проект нацелен на развитие образовательного туризма и экскурсионной деятельности на территории республики путем разработки туристско-экскурсионных образовательных маршрутов для обучающихся образовательных организаций и гостей региона. В проекте участвует команда в количестве от 4 до 12 человек из одного образовательного учреждения. Отмечается, что проект «С рюкзаком по Туве» проводится по следующим номинациям. По туристским тропам –
Разработка туристского маршрута своего села, города или района. С рюкзаком по Туве. Показ инсценированных представлений на тему «Навстречу приключениям». Виртуальная экскурсия. Разработка виртуальных экскурсий. Глазами туриста и путешествия по родному краю. Проводится в заочной форме. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую Кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитрой и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -31, -33 градуса, днем -23, -25 градусов. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.